Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. Сегодня я делаю витамины для кур. Витамины делаю из иголок, из еловых. Они у меня были заготовлены, ветки сушились. Потом ветки я сами выкинул. И у меня остались вот такие вот иголочки. Немножко веточки попадаются. Их я перемалываю на кофемолке. У меня не совсем кофемолка, у меня получается старый кухонный комбайн. И вот у него такая приспособа есть для перемолки кофе. Уже немножко поломанная, но я говорю, он старый. Но нам для наших дел как раз пойдет. Вот в итоге получается такая вот мука, которую мы добавляем в корм птичкам. Так, нагребаем. Все просто, нагребаем. Иголки лучше брать зимние, так как зимой в иголках говорят, что больше витамин, нежели летом. Так, закрываем. Ставим и перемалываем два раза по 10 секунд. Почему два раза? Потому что сверху иголки не проматываются, когда останавливаются, иголки падают. Перемалываются до конца уже. Получается у нас вот такая вот штука. Ну и чуть-чуть, конечно, иголочки остаются. Ничего страшного. Их, в принципе, тоже куры съедают. Вот такая витаминная добавка для кур. Очень полезная. Витамин С. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока.